Всем привет, ребят! Мы только что раскрыли подарочки. Ой, ну что, ребятки, у нас наступило Рождество. Рождество пришло к нам. Подарочки раскрыли, намусорили. Шить-то когда будешь? Сошьешь мне платье? Да. Да? Покажи, ты губы накрасила. Какие сильные. Прикольно тебе идет. Ну, это, знаешь, это не на каждый день, а так, если хочешь, видео снимать для видео, может, или для, там, не знаю, ТикТок, там, или не знаю. В школу, конечно же, ты не... Нет, это не так, Сюнечка, это вот тут он. Я знаю, вот туда. Да, только не вот так вот намазывают даже, это... Ну, я все так щеки. Делаю, а то... Надо вот так вот, линиями, вот так вот. Что это за зеркало? Что это за зеркало? Ну, тут нужно же за столом сидеть, а не на полу. Намулевалась. Я хотела тушь посмотреть. Здесь даже тушь есть. Чтоб ты мою тушь не брала. Как она всегда делает? Говори маме. Да, мама как будто бы не увидит, что ты тушью накрашена. Вот вчера была накрашена. Да, это тушь. Вчера накрасилась. Я сразу заметила, что ты накрасилась. На. Вот это вот, да, просто видишь, если ты пользуешься... Если ты будешь пользоваться взрослой косметикой, у тебя может быть аллергия. Да, только ты не мажься там сразу, ты сейчас все и выможешь килограмм целый на себя. Ну давай. А так, сделай. Вот да, это... челлендж, как на ТикТоке был челлендж. Красишь, что ли? Ну что ты сделала? Ты же не клоун. Есть такие люди, которые там... А что? Папа собирает этот телескоп. Ну, теперь нужно ждать, когда будет погода хорошая. Я Миренда! Вау! Я всю ж поехала прикалываться. Ну, я не умею красить. Ну, нужно же губы красить сами. Сами губы, а не вокруг губы красить. Научишься, научишься. Папи! Миренда! Как всегда, ой. Бутылочка нормальная, не сильно огромная для школы? Нет. Нет? Рюкзак поместится. Да. Я не стала брать с трубочкой, потому что трубочка, она очень быстро пачкается, темнеет, вот это там плесень появляется, а вот эту можно быстро... Помыть. Ее помыть надо. Нет, всегда, когда Катя нам подарочки или свои вещи относит, я нюхаю. Маргарита, это пахнет Кати. Ну, у нее такой сильный парфюм, она... Ну, все духами брызгает. Тоже у меня эта кровать Том и Джерри. Пластинка тоже Кати пахнет. Ну что, ребятки, кто хочет выиграть какой-нибудь из этих чехольчиков, пишите в комментариях, участвую именно под этим видео. Пишите «Участвую» и пишите свою модельку телефона. Эти чехлы на iPhone SE, это тоже SE, на iPhone 5-6, также подходит на iPad Touch, если у кого-то есть. 5-6 iPhone, это тоже. Дальше, на Samsung. Это на Samsung Galaxy S6, S7. iPhone S5, S6, это тоже на Samsung Galaxy S6, S7, это тоже S6, S7, а это на Samsung Galaxy Note 3, это тоже Note 3, это Note 3, так, это S6 на Samsung, S7, так, ну, в общем, если вам какой-то понравился чехольчик, если он вам подходит к вашей модельке телефона, значит, пишите «Участвую» в вашу модель телефона, и в каком-то из влогов мы объявим победителей, я думаю, так, через несколько дней, чтобы все успели поучаствовать, кто хочет. Так что пишите «Участвую» и вашу модель телефона. Что ты делаешь? Нужно все отнести на это. Какой тебе запах больше нравится? Все. Я этот еще не пробовала. Это все, которые у тебя есть? Вот этот вот Тейсти Донат у меня уже. Посмотри, вот одинаковые. Не знаю. У тебя пенка была Тейсти Донат, да? Да.
Или такая же? У меня пенка была. А нет, у меня такая же была. Это яблочный. А вот это как пахнет, интересно. Это на вкусе. Она в вишне. Ой, как вкусно. Вишня пахнет, да. Это что написано? Пламя кисти. Вот это уже нужно просто втирать и не смывать. А вот это вот, когда ты... Это яблоко. Да, я. Это яблочный. Только три сорта. Слаши. Три сорта были. Да. А я почему-то думала, что я другой взяла, а я этот взяла. Ну ладно. Там я не помню, какой еще один был. Открой дверь. Папа там пришел. Какой-то там такой пульвер, а не соль. Угу. Для ванны соль. А у нас еще где-то есть, да, переходник? Переходник у Ксюшки еще один. Еще один у Ксюшки есть? Да. А, ну слава богу, смотрите, как на айфоне. То, что неудобно, да, я совсем забыла, что неудобно. На айфоне нет такого вот переходника. И поэтому нужно... Вот у, так вот. У айпада есть. Калина, угу. Калина. Смотри, еще подарочки пришли. Каролина. Бабуля принесла. У нас это бамина. Каролина. Бами. Добрый. Конечно, открывай. Открывай. Еще подарочки. Что там такое? Работает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вау! Это как раз тебе для Барби, да? Для твоего домика. Это дочка Барби будет. А это браслетики делать? Да. Хорошо слышно? Да. Да, классно. Марго. А, Ксения с таком папой. Ну-ка, открывай. Это браслетики делать. Смотри. Это браслетики делать, да? Колечко. И сережки. Красиво. Ну что? Не отклеивай, не отклеивай. Нет, не отклеивай. Он крепко держит. Подходит, да, этот поп-сокет к этому чехольчику? Да. Что ты делаешь? Что ты ходишь здесь, чихаешь? Чихает и чихает. Почему у тебя телефон без чехла? Не знаю. Пойдемте кушать. Мы еще не завтракали. Потом будете разбирать здесь все. Будете открывать этот? Да. Это, наверное, нужно будет в отдельное видео, да, снять? Вот, смотрите, вот он. Чехольчик лучше смотрится на Маргариту на телефоне. Как раз розовенькая. 2% у тебя оставь, хоть телефон заряжаться-то. Болтаешь. Не даешь зарядиться телефону. А в телескоп мы попробуем посмотреть сегодня ночью. Погодка у нас хорошая, солнышко, я надеюсь. Будет не облачно. Мама, мы сегодня пойдем на каток. Нет, сегодня нет, потому что сегодня все отдыхают. Никто сегодня не пойдет, ни Алена, ни Сара, никто. Сегодня все отдыхают. Завтра видно будет. Сегодня закрыто все. А, кстати, да, сегодня закрыто все. Все, собрали мы домик наконец-то. Такой вот домик получился. Они уже тут поиграли с бассейном. Тут можно и с Лолой играть. Да? Вон Барби там в туалете. Прикольно, что здесь слышно, как она в туалет ходит. Смотри, это шторка, оказывается. А можно открывать? Ой. Холодильник. О, холодильник тоже открывается. Такая вот шторка здесь.
чтобы мыться. И обратно ее можно тикс и задвигать. Собачка тоже там. Только теперь нужно ей Барби нормальный купить, а то они у нее все раздетые. Да. И одежда. Одежда потерянная, да. Поэтому и машина здесь не хватает. Это стоянка, это гараж. А здесь лестница. Тынь-т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 ынь. И в бассейн. Я сама, наверное, играть буду. Упс. Это ее дети. Это не хочет. Дети, давайте вставать. Все, хватит смывать уже. Вы еще не вылезли. Все, вытираемся, вытираемся. Вытираемся, вытираемся, мы вытираемся. Ой! Гораздо быстрее. Я вас уже думаю. Сейчас пока вытремся. Насухо. Все. Куда нам идти? Кушать? Да. Вот, Макс, вот здесь кушать мы будем. Вот так. Так, тут у меня в гардеробе. Все, мы уже сели покушать. Так, это... А, я посплю. Куда спать? Мы кушать хотим, мама. Там нет, не спать. Там у вас яичница. Нет, не спать, готовить, кушать быстро. Там здесь яичница. Готовить, кушать. Картошка? Не знаю. Приятного аппетита. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Мама. Voy a hacer mi propio карандаш. А это Спайдермен опять. Любого цвета. Синий. Разве бывает синий Спайдермен? У нас все бывает, да? В Макдональдсе все бывает. Ну, нет. Какой? Вкусно? Тарико? Картошка. Смотри, не подавить. Дай мне одну. Ты неправильно кушаешь. Здравствуйте, мама. Мам, я эту коробочку оставлю. Зачем? От картошки? И что ты с ней будешь делать? Картошку. Картошку туда сыпать. Как хочешь. Небо облачное, поэтому не видно. Нужно, чтобы прям звездное было. Телескопик. Спать пойдемте. Спать пойдемте. Что вы смотрите? Скорую помощь, что ли? Или полицию? И что там случилось? Он спать еще не хочется, а? Завтра хотите на каток поехать? Да. Угу. Может, вы хотите посмотреть? Что мы сейчас пришли и сели? Прям только что пришли и сели? Да. Может, папа это... Елочка у нас теперь здесь будет стоять до Нового года. Оставим ее здесь. Думаю, не будет никто ее трогать. Малыши, думаю, не тронут ее. Вот. Ладно. Я вам еще даю где-то 15 минут. Хорошо? Через 15 минут пойдете спать.